Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня обсудим такой вопрос, как синдром опустевшего гнезда. Как быть родителям, когда их дети покидают дом? Вот рождается ваш ребенок, и ваша жизнь кардинально меняется, потому что вы меняете привычки, вы подстраиваетесь к этому маленькому созданию. Создание растет, хлопоты вместе с ним, и вот уже огромная часть вашей жизни вертится вокруг ребенка. Но наступает день, когда ребенок вырастает и покидает отчий дом. И тогда как будто бы образуется некая пустота в жизни пары, потому что огромную часть вашей энергии занимали дети. Что делать теперь? Многие пары испытывают в этот момент кризис, вот этот вот синдром опустевшего гнезда, вот эту пустоту испытывают остро. И некоторые пары, у них начинаются проблемы во взаимоотношениях, начинаются развиваться какие-то отдельные стороны развития семьи, да, допустим, супруг чем-то одним увлекается, супруга чем-то другим, у них меньше общих тем и общих целей, и это даже может в некоторых случаях разрушить пару. Что же делать, как с этим справиться? Во-первых, важно понять, что это закономерный процесс, и так или иначе какие-то чувства у вас в связи с этим могут быть, и это нормально. Поэтому, возможно, стоит дать себе время для того, чтобы чуть-чуть успокоиться, осознать вот эту пустоту и подумать, а чем бы вы ее хотели наполнить, чем таким не убегать от этого, а наполнить чем-то новым. Возможно, у вас не хватало времени друг на друга, когда был ребенок, да? Возможно, вы хотели путешествовать или заняться каким-то хобби, и все время как-то крутилась жизнь, дом, работа, дети, снова дом. А сейчас прекрасная возможность для того, чтобы попробовать как бы запустить еще одну вторую молодость. Погулять вместе вдвоем, обсудить какие-то другие планы. Очень важно, чтобы у пары была какая-то новая общая цель. Возможно, это путешествие, возможно, это какой-то семейный бизнес, возможно, это даже та же собака, когда вы вместе гуляете и обсуждаете какие-то дела. Ищите новые точки соприкосновения и постарайтесь не воспринимать этот период как некую фатальность, а разглядеть в этом новые смыслы, новые цели и новые интересы. И дать себе возможность на какую-то новую молодость, на то, чтобы почувствовать еще дополнительную энергию, еще дополнительные смыслы для вашей пары и для вас лично, чтобы этот период прожился максимально мягко и дал возможность развить вашу жизнь, углубить ее, сделать более радостной и многогранной.